Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Line Rangers. Поехали. Так, и у нас здесь обучение начинается, да? Кликнуть сюда, говорят мне. Ну, я кликнул. Мой уровень написано. Бафы. Так, ивенты, квесты. Ладно. А что-то долго слишком грузится, вам не кажется, а? Да и подлагивает. Так, первый этап у нас, да? Да что ж ты будешь все время подгружаться что-то? Короче, ребята, отряд каких-то героев пошли в горы. Видите, да? Он с пультом, все дела, что-то там обнаружил. Ну, ладно. Так, бесплатно. Бесплатно мне дают какой-то метеоритный дождь. Левел 20, это рейнджеры. Хорошо, старт. Слушай, это случайно не типа Tower Conquest игра? Оу. Да, что-то типа... Это... Тихо. О, пингвиненок и медвежонок. Ага, это у нас... Все, ребята, я понял. Так, нажми сюда, чтобы использовать итем. Вау-вау-вау-вау-вау, потише, потише, ребятулечки. Давай еще пингвиненка вызовем. По-моему, ребят, тут... Или это обучение, но какие-то у нас крутые тут. 4 звезды, 3 звезды. Забомбили, да, победа за нами. Нас поздравляют, типа уровень пройден. Левел 3, это кто такой? Это кто такой? Так, тачскрин. Третий уровень я получаю? Ну давай, посмотрим, что за бонус. Стоп. Воу. Лунатик, ребят, мне какой-то достается. Лунатик, 2 звезды, правда, у него. Поздравляю тебя, говорит мне какая-то лягушка, с первой победой. И ты получаешь нового рейнджера. Да-да, типа, это Папай Лунатик. Папай Лунатик. Ладно. Так, левел ап, то есть я могу его прапать, получается, да? Что ты мне показываешь, что я могу... Что я могу что сделать? Его... Что-то не могу понять, что, вот сюда поставить его? Ага. А, сливаем? Ёлки-палки, максимальный уровень у него 35-й. Я в данный момент его прокачал до 10-го. Чё, это столько звезд можно, что ли, ему сделать? Не, я буду думать, что это нет. Это просто аура звездная. Тачскрин, нажимаем. Ну вот почему все время подгрузка это идет? Так, опять жабанёнок тут что-то очень радуется. Типа, рейнджеры для гачи. Отправь их куда-то. Так, 10 гемов, да? У меня есть гемы, у меня 16. Ну что же, хорошо. Так, что у нас тут происходит? Ого. Статуя жабы. О, ребята, это, по-моему, нам выпал шар. И в нем мы находим красного худа. Кони, короче, этот маг. Котенок-маг. А может быть, это зайчик? Нет, это котенок. Вау, типа, радуется опять жабаненок. Ты посмотри, кого ты дошел. Это же отличный рейнджер. Ты его спас, поэтому он будет тебе служить верой и правдой. Так, ну понятно, короче. Это что было? Это было обучение или что? И вот так вот все время будет подгрузка постоянно, да, идти, я так понимаю? А можно сразу, чтобы она прошла? А, ну тут хотя бы быстро. Ладно, посмотрим. Ну, наверное, скачаем, чтобы не было этого всего долго, да? Так, ребятули, игра загрузилась. Мы с вами получаем 30 перышков каких-то. А, вот он, это у нас ивент месячный. Так, вот этого мне не надо. Можно это как-то... Можно это как-то закрыть? Да не хочу я ничего покупать, елки-палки. Закрываем. Без покупок обойдемся. А что это у нас такие, новые герои какие-то тут? Ладно. Так, в общем, ребята, вот моя компания. Баф тут, тут гача. Новинки, новинки, новинки. Апгрейд. Можно нажать на апгрейд. Я, ребята, скачивал для этого 400 мегабайт, чтобы вот это вот ждать, когда тут прогрузка пойдет. Что, такая прям требовательная игра, что ли? Я не могу понять. Ну, и что у нас тут? 1000 монет тратим на продукцию... Рейд, максимальный лимит, мощные ракеты.
Так, а, это улучшает здоровье башни. Блин, понятно все. Апгрейд, конечно, нехилый, но и ценник тоже нехилый. Тут подарки. Ну, давай посмотрим, что у нас тут по миссиям. Ага, это я получил 10 билетиков. Это все у нас может еще выполняться. Так, я даже не знаю, с чего начать. Бафы, ого. Бафы, третий уровень. Экспо, усиленные. Ни черта не понимаю. Хотя бы по-русски была бы, может быть, разобрался, а пока я не могу врубиться. Знаешь, что вот у меня такие вот герои есть. И как, например, ну давай main stage. Поехали. Это, я надеюсь, да, ребята. Мы с вами продвигаемся на Event 2. Тут еще какой-то сундук у нас лежит. Нужно что-то собрать. На стадии 1.4, на 5.8 и 9.12 что-то мы собираем с вами. И открывается у нас какой-то сундучок. Типа сокровище, да, написано. Ладно, давайте смотреть. Надеюсь, я смогу победить. Так. У нас... вот где-то здесь денежка, да? 300 монеточек у нас, и вот нам говорят, вы можете взять себе. Я в данный момент вообще не могу ничего себе позволить, потому что тут ценник какой-то уж дорогой. Давай вот это вот мы. А, это я куплю, типа. Ну хорошо, ладно. Друзья. Джеймс, Кони, Джессика, Мун, Браун. Что, я могу вот так вот Джессику взять себе, да? Так, я вошел в игру, и у меня уже откуда-то появились друзья. Ну, давай возьмем Кони. Какой-то... Это все-таки, по-моему, зайчик. Или кошечка, непонятно. Поехали, короче. Перышко это, ребята, у нас энергия, вот что. Так. Это кто такие? Ой, тихо, тихо, тихо. Ну, посмотрим, ребят, что это... Бежит. Вау. Так, Лунатик, давай, твоя очередь, выходи. Да ну-ка. О, неплохо он ему пинка дал. Для скорости. Так, идем. Да, ребята, это игра из жанра Tower Defense. Мне такие игры нравятся, вы это знаете прекрасно. Поэтому, если она вам зайдет, мы будем ее проходить, играть. Ну, а почему бы и нет? Графика тут довольно смешная. Слушай, да мы его сейчас порвем, смотрите. Разбомбили. Конечно, победа. Конечно же, поздравляют нас. Что-то как-то у нас такой уровень быстро подозрительно растет. Четвертый. Так, это что такое? Вы открыли оригами. Какая-то, я не знаю, птичка, что ли? Стоп. Ага, 505 монет в копилочку к нам, да, прилетает. Ну, давай дальше проходить. Кстати, можно тут карту посмотреть? Ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой, какая большая карта. Ох. Да, ребят. Ты посмотри. Жесть, а это кто еще такой? Самый главный, да? Да, ребята, самый главный. Да нифига тут. Карта такая, обалдеть просто. Ну, то есть, тут надолго, ребят, можно зависнуть в этой игре. Мы только на третьем этапе с вами. Ладно, поехали. Поехали, так, у нас с вами 1815 монет. И мы можем с вами взять что-то. А где я могу найти, интересно, новых героев, предположим? Где? Где мне найти новых героев? Давай вот это вот все купим. Может быть, я зря это делаю, а? Представляешь, если я это зря делаю? Тратим просто с вами... деньги. А, это бесплатно. Ха. А вот это вот платно. Ладно, давай так сделаем. Так, а я не понял, ребята. А, все, вижу, вижу. Кони мне помогла, да, и теперь она на 23 часа неактивна. Ну давай Брауна возьмем. Ну, он у него, правда, 10 уровень. А у меня-то какого уровня? А почему его... А, нет, вот он, да, по-моему? Идет, идет шантропа. Ну да, он такой. Так, тихо. Какой-то паршивец, да? Ты, мне вот эта вот тыква напоминает, знаете, тыквоголового из игры Tower Conquest. Да ну, это не враги, это вата. Это просто вата. Мы их сейчас разбомбим всех. Вот что я могу сказать. Кто-то там пирожками бросается. Все, что ли? Ну, просто изейше. Но я больше чем уверен, что это только сначала так будет. Дальше будет не так все.
Легко и просто. Пятый уровень, level up. Стоп. Ох ты, Леонард. Герой, да, новенький? Одна звездочка у него. Так, это мы его открыли, и он что-то радуется. Так, что тут нам пишут? А зачем мне убирать? Ну, давай, уберем. И опять поставим? Что вы мне мозги-то компостируете? Взяли, убрали, потом поставили его. Леонард, вот он у меня. Почему-то он, ребят, с хоккейной клюшкой. Хоккеист, что ли? Так, Пика. Пика и Конни у нас. Ну, Пика 4 звезды имеет, Конни 5. Я могу видеть... Ага, тут еще можно что-то... Вооружать их можно? Их можно вооружать еще при этом? Обалдеть просто. То есть я поставил ему мечик. Получается, что я могу ему еще воткнуть щит, которого у меня почему-то нету пока. И колечко. Вот что я могу сказать, апгрейд. Слушай, но это даже будет попродвинутее, чем Tower Conquest. Потому что в Tower Conquest мы можем только с вами что? Брать бойцов и все, и улучшать им звездность. А тут еще и снаряжать. Плюс эволюция какая-то здесь есть. Так, что нам тут сообщают? Для эволюции нам понадобятся какие-то ингредиенты. И стоить это будет 17600. То есть у меня в любом случае не получится никакой эволюции. Видите, он становится вот таким. Красненьким, а потом становится, наверное, черненьким. Или же, я не знаю, или это какое-то, ребята, сканирование идет. Но в любом случае я не смогу поднять. Погоди-ка, у него 5 звезд, так? Я могу его эволюционировать, у него получается вот такая звездочка. Ага. Значит, 5 звезд это не максимальное количество. Понятно, будем все знать. А как вот тебя, паренек? Level up. Гача. Ну давай нажмем на гачу, хорошо, уговорил. Гир. Так, normal gear. Что я делаю, я не понимаю. Фига себе, выковали, да? Шарик себе. И что нам? Нам достается посох. Это, видимо, вид оружия для магов. Для магов. Дракхир, дракхир. Что, дракхир? Что я могу сюда? Кого-то поставить? Или что? Или что я должен здесь сделать, дракхир? Нету никакого дракхира у меня. Давай еще гачу. Или все, или больше не могу. 200 гемов, типа, готов потратить? Нет, я не готов. Потому что у меня их нет, у меня всего 12 гемов. Разберемся, ребята, разберемся со временем, все к чему и почему. Пока для меня это тоже темный лес, тем более играю я в первый раз. Как бы без предвариловки, без всякой. А вот, ребята, и персонажи. Подожди, тут что, еще из... А почему Соник? Тут что, из этих, из сеговских игр герои, что ли? Сразу мне что-то вспомнилось, ребята, игра... Герои Сеги, помните, мы играли с вами? Ой-ой-ой, тут и Рокман, смотрите. Ха-ха. Ну тут героев, конечно, многовато. Ты посмотри, сколько тут. Вот она, ребят, шкала. Ой, как много всяких персонажей. Ну это и хорошо, я люблю, когда очень много персонажей, а не какое-то ограниченное количество. Ладно, это все потом, ребят, все потом. Давайте мы с вами дальше поиграем в обычный уровень. Так, открывается у нас четвертый ивент, и мы, естественно, с вами приступаем. Угу. Здесь тоже почему-то бесплатно. Здесь бесплатно и здесь бесплатно. Давай тогда вот это возьмем. Next. Типа, можем с вами испробовать. Ну, давай возьмем Джессику. Джессику возьмем и посмотрим. Джессика потом тут... Джеймс вообще 40 уровня. А где Джессика? Я Джессики не вижу здесь. Ребят, это обман. Где Джессика, которую я приобрел? А, вот, наверное, да? Ну-ка. Смотри. Дин-дин-дин-дин-дин. Три кошечки такие. Да они сейчас тут распин... Все, уже забомбили. Ага, вот, значит, как использовать друзей-то надо было. Ну, я не знал этого. Седьмой уровень. Стоп. Так, 515 монет к нам в копилочку летит. А мы с вами переходим вот на этот пятый ивент. Опять бесплатно. То есть, если я не потратил, да, они у меня как бы остаются. Все, я понял, ребят, я теперь понял. То есть, я могу
А, если зарегистрироваться. Я, кстати, ребят, не зарегистрировался в этой игре. Я не понял, как регистрироваться. Там все фиг знает. На корейском, китайском языке. Какой-то сервер непонятный там дали. Ладно, давайте левел 15 вот этого вот лунатика возьмем с вами. По-моему, у меня такой есть, да? Или похоже на него. Давай я посмотрю, что он делает. Ага. Три таких бандита. Что это за бомбочки еще бегут на меня? На-ка! Отвыкуси. Сейчас они разберутся с ними. Фига там у кого-то нога с мозолями. Видели? А, нет, там не мозоль, там татуировки какие-то. Просто распинали базу и все. Делов-то на копейку. Отлично. Отлично, что я могу сказать? И мы с вами получаем 8-й уровень. Да, все быстро и легко. Так, и мы с вами получили какую-то флейточку. Угу, флейта. Стоп. Опять Леонард. Опять Леонард. Опять с одной звездой. Ребята, вот, короче, смотрите. Когда мы еще найдем один предметик, у нас вот этот сундучок откроется. И мы с вами что-то там получим. Но это, конечно, все понятно-занятно. А можно мне одеть... Вот сюда, да? Мы же с вами нашли посох. Вот он, посох. То есть этот посох я могу только... Или выбрать можно рейнджера. Так, там посох. Посох. То есть тут... Ну, давай предположим вот этому медвежонку. Я могу его надеть? Эквип. Магическая атака. Да? Одел как с куста, ребята. Теперь мой медвежонок будет, наверное, крутой. Он вообще хоть маг у меня... Не, ну по идее, если логично подумать, да, если человечек, говорю, если персонаж не маг, то зачем ему брать магический посох? А раз он взял, значит он маг. Все, ребят, на этом и порешили. Я пошел дальше проходить следующий уровень. Ребят, а вы пишите мне в комментариях, как вам эта игра. Она вроде бы веселая, забавная, посмотрим, как дальше будет. Опять, наверное, будет пукан гореть где-нибудь под серединку, да, там под серединку дойди. Там столько уровней, как я глянул, чуть не опупел. Вы видели тоже. Но это у нас друзья. А что такое CD-кик? Что за CD-кик? Ага, тут уже... Тут уже, ребят, покупать вот этих вот парнишек можно, да? Ну, я думаю, что пока нам это не нужно. Надо просто завести побольше себе друзей. Но для этого нужно зарегистрироваться. Я потом, ребята, когда закончу эту серию, попробую все-таки зарегистрироваться, чтобы у меня на худой конец не пропал весь мой опыт. А вы знаете, да, если не зарегистрировался, мало ли какое-то обновление, все, все твои персонажи, весь твой этот опыт пролетает. Дай посмотрю на эту жабу. Ты-терит-терит-терит, идет такой. Ты-терит-терит, сейчас. Оп! А, это бумеранг, елки-палки. А я-то думал, что это у него клюшка хоккейная. Нет, это бумеранг. Ой, быстро они что-то жабу-то эту мою забомбили. А тут, смотрите, ребят, какие-то еще ракеты есть. Что? А, надо копить. Вот, она копится, видимо, наш замок может стреляться ракетами. Это кто такой? Ну-ну-ну-ну, можно посмотреть, ребят, можно я посмотрю ракеты? Во! Бумс! Ага, понял. И все, что ли? Разбомбили. Ну, вообще, изейше. Просто, я без напряга, ребят. На расслабончике. 9-й уровень. Хопа! Опять нам достается этот мунчик. Ну ладно, пускай мунчик. Так, у нас сколько с вами перышков? 40, что ли? 40 энергии еще, я так понимаю, да? Ну, мы сейчас с вами быстренько тут наведем-то шороху. Давай глянем, кто такой Джеймс. То есть я еще могу выбрать, да, какого Джеймса мне, видите ли, взять. Слот Б, слот А. Я не понимаю. Я не понимаю, зачем мне вот это вот показываете? Я хочу просто его взять. Вот, все, я взял обычного Джеймса. Не надо мне там его найти. Что такое? Роботы какие-то пошли. Какие-то у нас идут. Получил? Отдупился моментально. Мне нравится, как он бежит. Вот этот вот кролик. Это все-таки, ребят, по-моему, кролик. Не может быть это киска, это кролик. Бежит красная шапочка, елки-палки. Ну давай, 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 давай уже. Разбиваем базу. Я хочу увидеть достойного врага, с которым надо париться. А это пока детский лепет.
по-другому не назвать. Просто детский лепет. Вот и все. Изи катка. Пол игры, наверное, будет изи. Левел ап, 10 уровень. Стоп. Да что ты будешь делать-то? Хорош, дайте он мне вон того, он лучше. Где там этот третий предмет спрятан, а? Где он спрятан? Я хочу открыть вот эту вот шкатулку. В конце-то концов. А что, я не могу? Мне обязательно нужно покупать? Я думаю, что не нужно, ребят. Поехали. Не будет у меня никаких вспомогательных. Я, наверное, здесь и сам смогу справиться. Давай. Кошечка или белочка. Или кто-то, или... Я не знаю, кто это. Как вы думаете, ребят, это кошка или кролик? По мордочке как будто бы киска, а по ушам как будто бы и кролик. Ну, давай, давай, медвежуть. Бомбим, бомбим, бомбим. Довольно неплохо. Это какие-то, ну, на самом деле, никто. Никчемники выходят. Так, пингвиненок бежит мой, довольный. Все, пингвиненок пока там дойдет, мы уже запинали базу. 11 уровень. Ну, была не была. Оп! Да чтоб тебя, а! Лунатик, хорош уже подставляться. Так, а тут у нас, ребят, какой-то медвежонок. Видимо, мы его будем спасать. Угу. Поехали. Поехали, у нас деньги 6700. Может быть, нам можно что-то придумать себе, как вы думаете? Не уверен, конечно. Такой, это кто такой? Баб... этот, как его? Напоминает мне баб... бабовика. Как его назвать-то лучше? Короче, этот. Да елки-палки, орех-то этот, или как его там? Фасолина, во! Созрел. Додумался, как его назвать. Фасолина, точно. Ну давайте, давайте, ребятули, бомбим базу. Просто изейши. Но... ой, как быстро мы ему разбомбили его и этот. Причем, вы не забывайте, мы как бы по заставке, это наше первое приключение. Ага, мы нашли, нашли все-таки эту игрушку, мушку. Опять Леонардо. Вы специально, вы тут все сговорились. И нам достается какая-то бабочка. Стопроцентная. Так, Butterfly Fun. Что она делает? Производство минералов улучшает. Производство минералов. А 100%. А куда я ее... или как я ее могу вообще активировать? Или она уже активируется автоматически? Так. Линия рейнджеров что-то там куда-то готова. Ой, а это еще что такое? Лаборатория у нас тут. Гильдия. Рейд гильдейский там даже будет. Ага. Так, выбирай в меню, что тебе по душе. Ёлки-палки, тут специальные уровни. Какие-то супер-пупер уровни. ПВП-бои. И... какая-то, ребята, башня Паймана. Да, да, типа, ты не ошибся. Все, что увидел, это будет ждать тебе в игре рейнджеров. Так, ну, забираем это, да? Или нет? Что-то тут, ребят, дофига чего подкрывает. А, нет. Тут 60 уровень, 40-й, 40-й. У меня пока 11 уровень. Мне открыты специальные миссии. Так. Типа, тут ты можешь спасать рейнджера. Ого! Так, этот выпил, короче, да? Из глаз лазерами. И жабаненок у нас тут самый главный, я так понимаю. Слушай, мне чем-то напоминает эта игра Battle Cats. Играл кто-нибудь из вас? Что-то тоже всяких тут наворотов. Значит, первый вот нам дается. Планета Леонардо. Планета Леонардо, да? Поехали, я соглашаюсь, фиг с ним, так уж и быть. Как думаете, справимся здесь, а, с вами? Поехали, попробуем. А пока не поиграем, не поймем. Так, есть, короче, две башни, три башни, я так понимаю, да? Какая-то драка.
Драка у них идет. Отбились. Ой. Тут какие-то специальные режимы. Так, секунду, что нам надо сделать? Я не понял, что тут происходит. Так. Это кто такие-то? Эй! Космодемоны! Ого! Ты понял? Ребят, я, по-моему, тут... Да что ж сделать-то надо? Ну это жесть. Слушай, мне, по-моему, сюда еще рано. Рановато мне надо было сюда еще идти. Ну правильно, ты посмотри. Или это реворд можно получить такой, или я не знаю, что это. В любом случае, специальный уровень пока, ну его нафиг. Вы сами видели, меня там расколбасили моментально. Я даже, честно говоря, не совсем понял, что нужно сделать. Так, что-то рейнджера ты выиграл. И он что-то готов присоединиться к тебе. Или подняться по рангу. Так, ну давай выставим вот это. Нет, 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 подожди. Я могу же тебя вот сюда сделать? Тебя сюда. Так, тебя, например, сюда. А тебя сюда. И, например, level up. А, это я вот этих ребят сливаю. Все, я понял. Ох, 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 ох. Ох, пошла раскачка. 14 уровень он сразу у меня получает, вот этот парень. Ну, смотрите, ребят, это вам не хухры-мухры. Крабовый берет. Крабовый берет с рюкзачком сзади. Погоди, погоди. Можно я его возьму как-то к себе в отряд? Где-то нас, помните, ребята обучали, что мы можем убрать вот этого, да, например. Взять другого. Ага, вот у него две звезды, вот он на трех звездах таким становится, на четырех таким, на пяти таким и на суперском вот такой он. Черная луна, ё-моё. Ну, это, конечно, все. А, подожди, дай посмотрю. Какой... О, нифига себе. Ребят, смотрите, а вот здесь как раз вот нет, тут пять звезд, но какие-то платиновые звезды. То есть у него нет такого там, как у предыдущего героя, одна звездочка. Так, а вот этот медвежонок в кого... Ох ты! А тут, смотрите, тут одна звездочка, еще и платиновая звезда. Обалдеть, прокачка-то, а? А жабаненок? Максимально он может прокачаться всего лишь до 4 звездочек. Слабачок. Нет, это, конечно, все хорошо, но можно мне где-то посмотреть моего вот этого крапового беретика. Где он? Специальные. То есть это рейнджеры, а это специальные рейнджеры, да? Папай Мун. Леонард. А, это энциклопедия, да? Кто у нас такой? Печенька даже здесь будет. Ну, героев-то здесь, конечно, хватает от души. Так, секунду. Где мой этот с беретом-то? Апгрейд? Может быть, сюда надо вернуться? Вот он. Вот он, ребятушки. Я же говорил, что он должен быть. Давай мы... Вот так вот. Ох, ничего себе. Ребята, у него одна звезда. Ты посмотри. Это же супер-пупер. А могу я теперь... Да, сохранить. Я хочу сохранить. И... такой, ух, подходи ко мне, я тебя на... Ох, ёкалэмэнэ, ты посмотри у него. То есть... этого героя, да, с одной звездой, можно прокачать вот аж... Вот платину, это ерунда. А тут вообще, тут, я не знаю, изумрудный какой-то прям аж. Офигеть. Просто офигеть. У меня нет слов. У меня нет слов, ребят. Давай проверим его в деле, этого крапового берета. Насколько я знаю, наши ребята краповые береты таких люлей могут взвесить, что мало не покажется. Так что, что тут? Дроп. Мы можем получить опыт, можем получить вот этого вот ханорика, ну и опять же мун, и лягушонок. Не надо мне никаких друзей, не надо никого покупать. Я думаю, что краповый берет здесь справится. Он 14 уровня, 14 уровня. Ага, я не могу взять. Ребята, чтобы его вызвать, нам нужно охренеть сколько гемов. А точнее 1000. Не понял, почему промахиваемся-то по роботу, эй. Так, это что еще за... Тихо ты! Критует он, ты посмотри на него, а. Да выеживался. Давай. Сколько нам еще, ребят? Нам еще много, да? По-моему, я не вызову этого максимально, ребят. Вот, сейчас мы накопим с вами. И я смогу его вызвать.
Точно, как в Battle Cats. То же самое, ребят, та же самая система. Воу-воу-воу-воу, бежит, бежит, смотри. Эх, жалко, он не добежал, ребят. Мы и так справились. Хотелось, конечно, посмотреть, как он нам накатил бы с ноги или с руки, я не знаю. Дроп. О! Леонард нам выпал с этим. С бонусом на опыт. Ух. Ну что, ребятули, давайте, наверное, мы с вами будем закругляться. Уже и так с вами довольно так неплохо прошли. До 11 уровня добрались. Как-никак, там потом еще какие-то... Какой-то в лес мы с вами попадем. После леса мы попадем в тематический парк. После этого мы с вами попадем в радужную страну. В общем, тут еще дофига чего будет. И вы сами прекрасно видели, что у нас там на 40 уровне что-то откроется. Очень много всего здесь будет. Угу. Опыт. Как-то вот не вовремя я закру... Или я могу куда-то влить? Ах, смотрите, мы можем с вами влить этот опыт. Надеюсь, в любого или нет? Ну, подожди. Ну, давай предположим, я хочу вот сюда влить. Да. Или это не то что-то? Погоди-ка, а как? Эксперт ап. Это продать. Так, проценты какие-то. Как же... Может быть, он только на одну звезду действует? Я не могу понять. Так. Используй, чтобы поднять левел. Используй, чтобы поднять левел. Может быть, вот так надо? Нет. Мне пока, ребят, как-то это очень странно и непонятно. Не пойму, серьезно вам говорю. Ладно, разберемся все равно потом, рано или поздно. Ну, по идее, должны бы как бы меня обучить, верно же? Как вот, например, пользоваться этим. Элементарное обучение показать. Но нет же, ничего подобного. Так что, ребятушки, закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки вам. About a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you. Pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true.